Лето еще не закончилось, а к зиме подготовка идет полным ходом. Если быть точнее, готовятся к отопительному сезону. В Тампонском районе вовсю ремонтируют котельные. О ходе работ расскажет Нина Ханарова. В Тампонском районе полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону 2016-2017 года. Не только в райцентре поселки Хандыга, но и в селе дорожников и авиаторов «Теплый ключ». На территории Теплоключевского наслега находятся три котельных в селах Развилка, Аэропорт и, собственно, сам «Теплый ключ». Количество работающих составляет 34 человека. Протяженность тепловых сетей около 12 километров. На нашем участке в селе Теплый Ключ производятся ремонтные работы по теплосетям и котельному оборудованию. Они выполнены на 60%. Также мы в этом году планируем запустить водовод между селами Аэропорт и Теплый Ключ, дабы обеспечить водой жителей села Теплый Ключ. Квартальная механизированная котельная села Теплый Ключ была введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года. В ней установлено 5 котлов марки КВМ 2,5, 3 теплообменника, насосные группы марки Вилла. Котельная работает по закрытой системе теплоснабжения. На сегодняшний день ведутся работы по ремонту котлов, насосного оборудования, проводится чистка пластиничных теплообменников, ведутся работы по ремонту и замене сетей водоснабжения, утеплению участков тепловых сетей. Нина Ханарова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Тампонский район.